Хей-йоу! Приветствую вас, дорогие зрители, на нашем канале sibdroid.ru. А помните, я рассказывал вам о весах от компании Xiaomi? Так вот, вышла новая версия, более навороченная и функциональная. Она измеряет не просто вес, а вот что именно, вы узнаете совсем скоро. И я был бы не я, если бы не начал с, не побоюсь этого слова, великолепного внешнего вида данных весов. По форм-фактору они практически не изменились с прошлой версии, но вот материалы поменялись. Во-первых, теперь используется высококачественная пластмасса, и из-за применения именно пластика весы стали легче. 1,6 кг против 2 кг первой версии. В центре виднеется логотип, а в каждом углу находятся круги, через которые проходят импульсы тока, и информация считывается. Не беспокойтесь, это безопасно. Также на передней стороне имеется невидимый дисплей, который загорается, стоит лишь встать на весы. На обратной стороне весов установлены 4 прорезиненные ножки, которые препятствуют возможному скольжению и делают их более устойчивыми. Также на обратной стороне присутствует отсек для батареек AAA. Батарейки также присутствуют в комплекте. Внешне весы хоть и изменились, но выглядят все так же симпатично и минималистично. Теперь пришло время рассказать о принципе работы и о том, где можно отследить все нужные нам показатели. Весы анализируют, как же все это работает. Весы анализируют состав тела методом вычисления электрического сопротивления тканей организма или биоимпедансометрии, которая широко распространена и в клинической практике, и с недавних пор в потребительской. Несмотря на то, что метод на слуху, его можно признать подтвержденным, а в ряде источников можно найти упоминание о том, что и вовсе биоимпеданс – наиболее точный способ диагностики. Все-таки вопросы к точности присутствуют. Как проверить? Никак. А в устройствах такого рода нам предлагается полагаться на веру, интуицию и тому подобное, а также делать косвенные выводы о точности по другим метрикам. Скажем, вес они определяют точно. Почему бы им врать в другом? Было сказано очень много умных слов. Но на деле все намного проще. Чтобы начать работу, необходимо скачать на свой смартфон приложение Mi Fit. Те, кто с ним уже работал, вам не составит труда подключить новый девайс к системе. Подключается все через Bluetooth. Изначально приложение покажет инструкцию по настройке весов, обязательно пройдите ее. Также этими весами может пользоваться вся семья, и когда определенный человек на них встает, весы сами определяют, кто это. Если, конечно, масса тела двух людей не схожа, тогда весы предлагают сделать выбор. Сам же процесс измерения массы тела занимает несколько секунд. Обязательно при взвешивании стойте до тех пор, пока все линии на дисплее заполняются. Погрешность весов может варьироваться от 200 до 300 грамм. Это может зависеть и от поверхности, на которой они стоят. Поэтому чем ровнее и тверже поверхность, тем лучше. И, конечно, лучше взвешиваться всегда в одном и том же месте. Самый правильный вариант использования весов – босиком. Для того, чтобы датчики смогли считывать всю имеющуюся информацию о вашем теле, приложение показывает множество параметров помимо веса. Тут к вашим услугам уровень жира в организме, уровень воды, висцеральный уровень жира, мышечная и костная масса. По каждому параметру дается пояснение относительно норм вашего положения и даются советы по нормализации положения. Конечным вердиктом является показатель общего состояния организма. Как вы можете видеть, мой результат меня точно не радует. Но в данном случае я могу поспорить, ведь на деле все показатели скорее всего усреднены. Ведь допустим такую ситуацию, если на эти весы встанет человек, атлет, который занимается бодибилдингом, и при росте 170 вес у него будет 90 кг, но при этом он будет очень здоровым и сухим. Так что очень бы хотелось, чтобы этот показатель тоже как-то учитывался. И в последующей версии это было изменено, и мы увидели идеальные весы от Xiaomi. Ну а теперь мой вердикт этим весам. Я пользуюсь данными весами уже очень долгое время и хочу сказать, что это действительно стоящая вещь. Я также говорил и о первой версии, но они не идут ни в какое сравнение с вот с этими красавчиками. Все эти измерители очень помогут людям, которые хотят изменить свой внешний вид и прийти к здоровому образу жизни. Так что определенно эти весы имеют место быть в каждой здоровой семье. И надеюсь, что и в вашем доме они скоро появятся. Ну а приобрести их вы сможете в нашем интернет-магазине sibdroid.ru по очень привлекательной цене. Ссылка будет в описании. Ну а с вами был Игорь и интернет-магазин sibdroid.ru. Если видеообзор вам понравился, то обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал. Также можете нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши последующие видео. Ну а вам я желаю хорошего вечера и до скорого!